1995, 1996. Сравните, какая из этих дорогих больше? Так, ребята, я нумерацию буду давать не по книжке, а как в нашем занятии. Вторая задача. Цифры в числе 2 в тысячной. Скажите, пожалуйста, их примерно сколько? Ну, например, их больше, чем 500 или меньше? Или, может быть, как-то вы... Вот примерно сколько цифр в этом числе? То есть формальный вопрос, больше их, чем 500 или меньше? Ну, а в принципе, хорошо бы, чтобы вы просто подумали на тему, сколько их примерно. В строчку выписаны единицы и везде поставлены знаки, плюсы или минусы. Известно, что здесь 10 чисел. Повторяю, каждое равно единице или минус единице. Скажите, пожалуйста, какие могут получиться ответы? Четвертая задача уже от меня. Ее в книжке нет, но мне кажется, что она достойна обсуждения. Плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3, плюс-минус 4. Ну и вот так вот, в таком же стиле, то догадайтесь, чего? До 10, конечно. Вот. Вопрос тот же самый. Какие могут получиться результаты? И давайте пятая задача, на тему звездочки ставить там, где это, что называется, от меня. Плюс-минус 8, плюс-минус 16, плюс-минус 32, плюс-минус 64, плюс-минус 128. Вопрос тот же самый. Какие могут получаться суммы? Шестая задача. Можно ли нарисовать пятиугольник и взять точку, чтобы любой вот такой угол был бы не больше, чем 70 градусов. Все вот 5 углов были бы не больше, чем 70 градусов. Разделить 7 яблок, одинаковых яблок, разделить 7 одинаковых яблок на 12 равных частей, если яблоки запрещено резать на 6 или более частей. Ну, то есть, так, казалось бы, легко, берешь яблоко, каждое делишь на 12 частей, а вот нет, запрещено резать больше, чем на 5 частей на яблоко.